достаточно просто. А вот выбрать себе достойного электронного помощника куда сложнее. Кирилл Качнов освоил эту непростую науку. При покупке компьютера главное знать, для чего он будет использоваться. Если человек берет компьютер для игр, тогда ему нужно брать компьютер, который имеет мощную видеокарточку, которая позволила бы реализовать все возможности данной игры. Если человек берет компьютер для работы на нем, то есть использование в офисе, работы с текстовыми редакторами, здесь нужно прежде всего обратить внимание на емкость жесткого диска для хранения на нем максимального количества информации. Для редактирования текстов мощный процессор не нужен, но без него не обойтись, если планируется активно работать с графикой. Впрочем, даже самое совершенное железо будет мертвым грузом без операционной системы, главной компьютерной программы, обеспечивающей работу всех остальных приложений. Очень часто компьютер продается без какого-либо программного обеспечения. В этом случае у покупателя появляется новая забота. Программное обеспечение нужно раз купить, второе, его надо установить, что является достаточно сложным, если человек не обладает хорошими знаниями в компьютерной технике. Если системный блок продается уже готовым к работе, с предустановленной операционной системой потребитель начнет осваивать компьютер гораздо быстрее. Ему не нужно проделывать никаких дополнительных действий, он может прийти домой, включить компьютер в розетку, нажать кнопку, и компьютер начнет работать. Никакой дополнительной настройки, установки от потребителя не требуется. И это далеко не единственное преимущество. Обладатель такого компьютера регистрируется в службе технической поддержки и может получать квалифицированную помощь от создателя операционной системы. К примеру, так делают клиенты компании Microsoft, пользователи знаменитой Windows. А на сайте компании-производителя для них доступны регулярно выпускаемые обновления, установка которых скажется на компьютере только положительным образом. Первое – это более надежная защита от вирусов, которые очень часто появляются в интернете. И второе – это более надежная работа внутренних устройств компьютера, то есть меньше ошибок, меньше перезагрузок и более стабильная работа компьютера. Правда, этими привилегиями можно воспользоваться, если на компьютере установлена лицензионная копия операционной системы. Убедиться в этом лучше до покупки. Для этого нужно проверить наличие на компьютере, неважно на десктопе или на ноутбуке, наличие сертификата подлинности операционной системы. Что же касается цен, то наличие в компьютере предустановленной операционной системы, если и удорожает его, то, как правило, не более чем на 5%.